Всем привет! Я хочу сегодня показать свои повязушки, что я навязала. Вот, и в общем, хочу показать их на себе. Вот такую связала я кофточку, ну, полуверчик, наверное. Вот. Вот так она сзади. Вот, выключай. Значит, этот полувер я связала из ниточки Alize Real 40. Ниточка колется. Если у кого-то аллергия, то не советую брать, потому что моя дочь попробовала одеть, у нее кожа даже покраснела. Вот, в общем, я взяла нитки разного цвета, хотела делать жаккард, но потом передумала и связала вот так полосатым. Вот, ниточки, значит, по своей толщине разные. Вот этого цвета персикового, она намного толще, эта нить. Эта же нить, она тоньше, ее даже видно в полотне. Вот здесь вот, видите, какая толщина. Видно, что тоненькая ниточка. Здесь толстая. Я вязала в две нити. Вот, вязала по кругу, начиная сверху, с горловины. Вот, 100 петель набирала. И потом делала вот реглан. К каждому второму ряду прибавляла по одной ниточке с двух сторон. Вот, значит... Когда я связала реглан, я делала азиатский росток. Вот это у меня спинка. Вот. И здесь, значит, у меня вот он азиатский росток. Потом я прибавляла петли, где подрез. Вот здесь подмышка я прибавила петли. Вот. Вязала вниз, потом вязала вверх. Вот. Набирала здесь, набирала росток. И вязала рукав. Вот. Потом, значит, у меня оставались изначально, у меня, значит, я когда связала, я связала низ изначально, я поставлю фотографии, там видно будет, у меня резиночка была вот такая маленькая. Я потом связала, когда рукава, и у меня остались нитки. Вот. И потом, значит, чтобы у меня нитки не валялись, я, значит, здесь вот распустила последний ряд и надвязала вот такую широкую резинку. Ну и зимой потеплее, хорошо в штанишках, и зад закрывает. Ну, в общем, вот я надвязала, вот у меня получилась вот такая широкая резинка. Вот, ну вот такой вот полувер теплый. Но он, вот я его ношу, значит, с маечкой, я могу носить, у меня кожа, видимо, грубая, и это, ну, вот у меня дочь, у нее, вот когда она одела, у нее кожа покраснела, потому что у кого такая нежная кожа, эту шерсть, в общем, эту пряжу я не рекомендую, вот, потому что она колется, вот. В общем, вот такой полуверчик у меня получился. Я вот на почту, когда хожу, в магазин езжу, я одеваю тепленький. Вот. Еще я связала вот манишку. Вот так тепленькую. Шапочку. И варежки. Вот. Этот набор я, значит, вязала из кашемира. Вот. Китайский кашемир. В общем... Я что хочу сказать об этой пряже, она, в общем, такая грубоватая. Конечно, я хотела, я почему-то думала, что она мягче будет. Я вот связала шапочку, вот, связала шапочку. Ну, эта нитка, она, конечно, вот, придется брать махер, наверное, и снова вязать. Вот, ну, не знаю, вот такие вот варежки мне получились. Я уже их ношу. Они вот даже уже помятые, в кармане лежали. Вот. Ну, в общем, я их уже ношу. Когда холодно, я одеваю манишку. Вот. Когда не холодно, я одеваю просто вот шапочку ношу. Грубая все-таки пряжа. Вязала в две ниточки. Фотографию вставлю, из какой пряжи вязала. Вот. Ну, в общем... Вот такой у меня получился комплект, но мне он не очень нравится. Я его ношу, конечно. Я хотела что-то помягче, попушистей. Вот. Ну, в общем,
такой вот комплект. И вот такую вот кофточку. Я ее дома ношу, когда мне рукава мешают, я их вот так вот подворачиваю. Вот я специально для дома связала такую кофточку тепленькую. Я сначала хотела кардиган, чтобы не застегиваться. Петли не сделала. И просто пришила пуговицы. Вот. Вот такая она теплая. Из двух ниточек. Дома ходить очень тепло, хорошо. Вот показываю на себе все вещи. Вот так вот платье у меня. Я его показывала, что оно связано на вешалке, оно висело, но на себе я его не показывала. Ну, вот так вот оно. Нормально же, да? Угу. Ну, сейчас еще кофточку одену. И последнее, что я хотела показать, я вяжу сыну свитер. Это у меня остались нитки от кофты от моей. И, значит, от платья, которое я дочери вязала, в общем, остатки пряжи. Пряжи много оставалось, но вот получилось из два это цвета. Вот я его почти довязала. Вот. В общем, не получается в кадр поместить. Вот. Я, значит, рукава, когда связала, у меня... Значит, как короткие получились. Пришлось распускать, снова перевязывать, делать уши, рукав. И, значит, вот так я завершила резиночкой один к одному. Вот, ну вот такой вот свитерочек получился у меня. Вот. Вязала в две ниточки. Должен быть тепленький. Вот. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока.